Господа, мы находимся в сердце России, на Нижегородской ярмарке.
Какая досада, скажи нам. Тихо, тихо, господа, подшедшая публика, тихо. Дотронулся, это не факт. Вот снял бы, взял бы, так Попробуй. Тут многие пробовали. Давай, давай. Какая удача. Хорошо. Парень-то твой, что ли, а? Мой, мой, мой. Вот это молодец. Пойди, почему? На, держи. Твои. Да ты дотронулся. Бери, 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 бери. Яша, Свердлов. Здравствуй. Здравствуй, Миронов. Ты что, не рад мне? И скоро год, как не видели. Где ты теперь? Понял, понял. Пусти-ка. Картонный. Обманул подлец. Действительно картонный. Не собрали. Это так нельзя оставить. Я об этом в газете напишу. Как ваша фамилия? Тебе как еще фамилию-ка. Дай сюда. Эх ты, разве так спрашивают? Еще газетчик. Нет, ну какой газетчик? Яш. А стихи бросил? Бросил. Врешь? Наверное, пописываешь. Погоди, как это? Собираются тучи, быть грозе, молнии блещут, быть грозе. Смотри-ка, помнишь. Мое несчастье, всякая дрянь, которая хоть раз залезет в голову, остается там наверх. Вот и всегда так. Я от всей души, а ты? Да и я от всей души. Слушай, Костя, надо обязательно достать 200 рублей. Ну вот. Ну попроси у отца. Последний раз очень не хотел давать. А на что я? Ты понимаешь, Костя? Да. Я тут на ярмарке достал такую замечательную штуку. Ну 100 можно, 100. Ладно, постараюсь. Ну хорошо. Остальные 100 я попробую достать через Алексея Максимовича. А я только что видел Алексея Максимовича. Где? Где? Вот он. Здравствуйте, Алексей Максимович. Здорово я. Алексей Максимович. Нехорошо. Нехорошо. Что? На нелегальном положении, а такие штуки выкомаривать смотреть невозможно. Алексей Максимович, слышь, хотел сапоги достать. Сапоги. Не зря же я аптекарским учеником был. Вот руки и ноги натеркали фолью, они и не скользили. Алексей Максимович, у меня дело к вам. Пойдемте вместе поглядеть. А это где? Здесь рядом, за углом. Ну, пойдем, поглядим. Что ты в последнее время плохо выглядишь стал, Яша? Осунулся, не кашляешь? Нет, Алексей Максимович, трудно работать стал, седьмую квартиру меняю. Да и здесь за мной ходят. Замечаешь? А ведь ты близорукий. Нюх выработался на шпика. Нюх, это хорошо. Нам сюда, Алексей Максимович. Здравствуйте, хозяин. Хозяин. Деньги принес? Денег нет, хозяин. Нету. А вот зато покупатель солидный. Вот, Алексей Максимович. Станочек заграничный. А набор к нему есть наш. Ну-ка, ну-ка, ну-ка.
окончательная цена, хозяин. Больше показывать не буду. Да не надо показывать, я видел. Цена! А? Цена! Выкладывай 200 и забирай. Понятно. Вот, Алексей Максимович, 200 рублей. Теперь понятно, Яша, что ты на ярмарке делаешь. Только я бы на твоем месте на стол бы не лазал. Пойдем. Будь здоров, папаша. Алексей Максимович. Ну хорошо, хорошо, поговорим, поговорим. Сегодня вечером в артистической уборной удобно? Удобно, Алексей Максимович, только не выгонят. Стараюсь, чтоб не выгнали. Хорошо. Кто? Мой! Будь здоров. Ну не черт ли. Заходите. Пойдем. Сверкотели. Все равно.
ничего не стоит против одного Ницше. Как вы сказали? Ницше. А вы читали ли когда-нибудь, молодой человек, Ницше? А вы когда-нибудь читали Маркса? Ну, как можно сравнить? Маркс... Вот именно. Да нет, вы не такие вещи. Идея сверхчеловека. Идея сверхчеловека, Ницше, пошел, поехал. Ты, Яша, берегись спорить с этим сверхчеловеком. Ну, пускай скажет. Который за всю свою жизнь прочитал одну книжку и тунь до конца. Пойдем. А я с моим голосом и без ваших книжек проживу. Фигура! Вам что? Иди сюда. Ну куда, куда? Простите. Ну? Браво! Браво! Бис, бравищима! Скажите. Сочту за величайшее счастье. Ну что угодно. Счастье. Простите за беспокойство. Я хотел просить вас купить у меня жеребца. Как жеребца? Вот. Именно. Да. Превосходный жеребец. Да, кстати, английской крови. Вы садитесь, пожалуйста. Похоже, не щеласов. Да. Благодарю. Английской крови жеребец в жизни не расставался. Буквально от груди отрываю. У него интеллигентные руки. Овес дорогой. Ну, знаете. Долго пришлось. Вот. Скажите, а вы никогда не пробовали петь? У вас замечательный тембр голоса. Я тембр? Не тембр, а тембр. Тембр. Протяните. Скажите, тембр. Тембр. Еще. Тембр. Чудесно, чудесно. Как ваше имя? Казимир Петрович. Катька, сволочь, у тебя же чудесный голос. Ты же можешь петь. Ты себя прокормишь, жеребца своего прокормишь. Шутите, заводите. Ты сутки, что ты? Ты пьешь? И пиво. Пьешь. Я же признаюсь. Ты дома упражняешься на голос? Ну что вы. Кое-что упражняю. Иногда под гитару. Ты же можешь петь. Ты спой сейчас мне что-нибудь. Спой что-нибудь. Что хочешь. А что же? А что же? Если у тебя есть данные, я тебе обещаю зачистить хор. Все это начнет твоя карьера. Посмотри, как лучше работать. Спой. А что же спеть, вот, например? Накину плащ. Гитарой под полою её округу приник тиши ночной. Хорошо, хорошо. Не разбужу я ты. Сейчас уже началось действие, мне надо переодеться. Катька, пойдем туда, у тебя хороший голос. Красавицы. Нет, не встань сюда. Слушай.
его до конца. Гибели я в эпоху хочу. Везу я этот станок с ормовским рабочим, и будут оттуда вылетать листки печатные, быстрые, белые, как птицы красивые. Жизнь! Им. Загороди лучше, я спущу потихоньку. Эх, не везет. Витя будем. Ты вверх хорошо лазишь, а я вниз лазю и хорошо достану. Спасибо, давай играй. Собрание социалистических партий считаю открытым. Господа, выберем председателя Ильишевича. Петрусенко. Ильишевича. Господа, предлагаю товарища Андрея! Мы организовали это собрание, так что во всяком случае не вам здесь сидеть на председательском месте, товарищ Андрей. Прошу записываться желающих высказаться. Позвольте! Что это такое? Позвольте! Позволю, не позволю. В долгой очереди. Вы слышали, меня рот выбрал. Так не мешайте вести собрание. Так, их елки-моталки, и порядку не знаю. Слово имеет. Товарищи. Товарищи, нас сюда не позвали, но мы не гордо и сами пришли. Мы везде пойдем говорить нашу правду. А здесь вашу правду знают. Прошу не сбивать ораторов. А что его сбивать? Он и сам собьет. Не верьте царю, потому что не было и нет такого царя, который бы добровольно давал манифест.
один всего бы не вез. Один. Тише. Плохо, товарищ Андрей, натаскали парня. Он говорить не умеет. Плохо. Ничего, успокойтесь, я доскажу то, что товарищ не сумеет довести до вашего просвещенного внимания. Ну, знаете, сомневаюсь. Продолжай, товарищ. Но мы народ не дадимся в обман. А вы в стакан воды налейте, да напейте. Я объясню почтенному собранию, что хотел сказать товарищ. У царя, конечно, бумаги хватает, но он экономный человек и вместил все свои свободы в один манифест. Но мы еще экономнее и заявляем царю, что не стоило ему портить и этой единственной бумажки. Народ не дурак, как думает о нем царь. Народ гораздо умнее своего царя и прекрасно чувствует ту правду, которую здесь не дали сказать товарищу, по которой я все-таки заставлю вас выслушать. Манифест, вырванный у самодержца восстанием народа, есть ложь и обман! Надо больше читать, Трофим. Культуру набираться знания. Так и далеко не уйдешь. Я же предлагал заниматься со мной. Да я и сам знаю, что у меня туговато идет наука. Ничего, Трофимов, жизнь очень сложная вещь, и надо много энергии, чтобы найти свое место в ней. Оттого так много разочарований. Не волнуйся, не пугайся, я за тебя спокоен. Почитай, на 6 собраниях побывал, и везде вы, ребята. Ну так, в какой же партии теперь окончательно прибьемся? А может, свою организуем? Маловато. Не подымем елки-муталки. Позвать бы еще кого. А мы позовем. Михалыч, а он нас за организатор будет, да? А что ты думаешь, очень просто. Ну, пойдем к земле. Вот теперь подымем елки-моталки. А ты как думаешь? Товарищи! Надо понять, что свобода нужна только нам. О какой свободе может мечтать капиталист, когда все в его руках, все вплоть до наших жизней, которыми они распоряжаются, как хотят. Мы же та армия, которую без счета кладут на полях манчжурских за свои доходы капиталисты. Но мы должны стать той армией, которая теперь повернет свои штыки и скажет им: довольно, хватит! Но армия без оружия, товарищи, это не армия, это толпа, которую они расстреляют. И армия без нашего рабочего командования – это тоже не армия народа. Поэтому, товарищи, к оружию! К оружию! Блин! Нет, это не залп, ребят. Залп должен быть как один. Притом не забывайте о прицеле. Еще раз. Отделение! Да. Боюсь, товарищ Миронов, что... Рука дрожит. Рука должна быть твердой. В этом все искусство стрельбы. Разреши еще раз. Давай. Дружинник, товарищ Андрей!
взводному командиру на индивидуальную стрельбу. Слушаюсь, товарищ командир. Товарищ командир, дружинник Андрей прибыл по вашему вызову. Давайте постреляем, Михайлович. Красиво! Красиво! Смотри! Прямо в яблочко. Видишь, Михайлович, какие успехи у меня делает Миронов. Ну, Трофимов, спасибо за науку. Когда придется вместе сражаться в одном ряду, моя пуля тебя не обманет, командир. Ну. Ладно, ладно. Не мешай. Вот так. Ну, Михайлович, посмотрим, как твои успехи. Его зрение неплохо. Неуловимый чай, говорите. Точно так. С января миссия, не можете за ним угнаться. Точно так. А я могу вам, господин начальник, доложить совершенно точно. Едет он в Екатеринбург из Перми с поездом номер 4, который прибудет в 2 часа дня. Уж я его, наверное, узнаю. Во-первых, лично знаком. Ну, а затем глаза, голос, руки, особые приметы. Можете быть совершенно спокойны. Здесь, на перроне, мы его и задержим. Давай на стол. Баранина всего барана тащит. Гусь всего гуся. Дед придет. Кто? Ты знаешь, кто, ну? Черный. А, Михалыч. Не знаю, как его звать. И знать не хочу. Послушай, Алексей. Собрание, чтобы в последний раз. А увижу этого, кипятком опарю. Ты меня знаешь. Читай дальше, сынок. Ты запомни, Алексей. Сядешь в тюрьму, своими руками зарежу Литку, Таньку, сама повешусь. Чем с голоду сдыхаться, да померу идти, лучше сразу. Аксинья, холодно? Нет, жарко. Жарко. Сам бледный. Помри еще у меня. Это от ноги-то не помру. Ленька, и чем ты лишь? Лен, плохие, брат, дела наши с тобой. Ну-ка, смотри на меня. Вот что, ежели со мной что случится, ты из дома уходи. Матери не справиться с тремя. Приют какой просись. К людям просись. Ну. Это ведь я так, на всякий случай тебе, как товарищ своему сказал. О, плакать это, брат, последнее дело. Ну, читай, как там Собакевич обедал. Он же пообедал, папа. Вот смотри, видишь, написано. Этим обед и кончился. Здравствуйте, Алексей Петрович. Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваше здоровье? Да здоровье наплевать. Только вот администрация считает, что я по собственной вине ногу повредил. Ну и, конечно, не платит пособие. Ну а доктор-то был? Заводской обещал прийти, да что-то не идет. Жена вот опять пошла. А собрание сказала, что... Последний раз. Последний? Алексей, последний? Здравствуйте. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте, Геннадий Васильевич. Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Здравствуйте. Здорово, Трофимович. Ну, как нога? Хорошо. Слава Богу. Михаил еще нет? Нет, ждем. Поезд сейчас должен прийти. Желанного гостя. Спасибо, товарищ. Не за что, товарищ. Спасибо. Пожалуйста, барин. Батюшки, один. Он ты там на возвозчиках. Первой в жизни, елки-муталки. Ребята обредили. А для тебя, Михалыч, хоть сам впрягусь. Вот-вот-вот, как говорится в народе, коготок увяз всей птички пропасть. Может пропасть, а может и нет. Как у нас в народе говорится. Бабушка надвое сказала. Но... Нет, товарищ. Нет никакого позора в том, что сейчас мы должны временно забыть о вооруженном восстании по всей России. Да. Мы не исключение. Костя. Рабочая организация разбита. Ее лучшие представители посажены в тюрьму. Сосланы в ссылку. Убиты, ранены. Схватка с царизмом проиграна революцией. И надо уметь смотреть правде в глаза, товарищи. Правильно. Большевики должны уметь смотреть правде в глаза, товарищ Миронов. Подпольные собрания, на которые собираются большевики, надо тоже уметь организовывать, товарищ Миронов. Здравствуйте, Трофимович. Здравствуйте, Михайлович. А то приходят спокойно два человека, стоят в сенях и слушают весь разговор. Плотину, задерни, пожалуйста, занавес. Здравствуйте, товарищ. Здравствуйте. Здравствуйте, Леша. Здравствуйте, Михайлович. Здравствуйте, я тебе доктора привел. Спасибо. Здравствуйте, Зиночка. Доктор свой, товарищ, и можно продолжать. Миша, пожалуйста. Миша. Леня, есть поручение. Выйди на дорогу подальше, заляг в канаву. И если увидишь полицейских по канаве, кубарем сюда. Понял? Понял. Стой. Я тебе, что ли, обещал шоколадку или другому какому Леньке? Мне, Михаил. Ну, шоколадки-то нет. Ну, мне без шоколадки хорошо. Стой. Есть шоколадка. Леня, держи, чтоб в канаве не скучать. Только следи в оба, дело очень серьезное. Хорошо, Михаил. А вообще скажу, если бы я не был уверен, что шпики и жандармы ждут меня сейчас на вокзале, то я бы в эту западню ни за что не вошел. Миронов предлагает нам смотреть правде в глаза. Но он при этом забывает, что на правду фактов можно смотреть как революционер или как обыватель. Миронов смотрит как обыватель. Я же предлагаю смотреть на каждый пройденный нами шаг по-ленински. По-ленински это значит, изучая ошибки, укрепляя опыт и устремляясь только вперед, только к победе революции. И тогда наше декабрьское восстание научит нас не отступать, а еще серьезнее готовиться к вооруженному восстанию, еще организованнее готовить пролетариат к бою, так, а не иначе, товарищ Миронов, так, если мы большевики и ленинцы. А сейчас, как уполномоченный ЦК, я это собрание закрываю. В этой мышеловке мы больше не остаемся ни одной минуты. Водинов, на днях еще получишь оружие. Склад на прежнем месте? Перевел. Почему? Куда? Все в порядке, товарищ Андрей. Перевел в более безопасное место. Я храню оружие в квартире самого начальника охранки, Самойленко. Хотел губернатора устроить, но решил, что начальник охранки будет лучше. Губернатора-то могут обыскивать, а уж этого никто и никогда. Да, черт! Откуда у тебя столько находчивости?
Яков. Да. Больным плохо. Надо срочно везти в больницу. Ногу, по-видимому, придется отнять. Товарищи, только за нашим извозчиком. Быстро, быстро, быстро. Алексей, доктор говорит, надо в больницу. Где твоя жена? Придет скоро. Михалыч, ты на глаза не показывайся. Грозилась кипятком обварить. Боюсь я ее, в самом деле, может. А что же делать? Пришли. Держи, спрячь. Когда полиция уйдет, зароешь его подальше. Ну-с, западня. Дом на пустыре, бежать некуда. Есть выход, Михалыч. Забаррикадируем все окна и двери, будем отстреливаться. У кого есть оружие, товарищ? Не горит жизнь, Трофимов. Одного-двух полицейских подстрелишь, нас туда, что всех подведешь. А так, самим фараоном сдаваться. Надо было об этом раньше думать. Яков, может быть, есть возможность хоть кому-нибудь остаться? Ведь нельзя же всем. Товарищи, во что бы то ни стало, нужно спасти Яков Михайлович. Это самое главное. Правильно, правильно, Зинаида Васильевна. И пристав у нас новый, он еще Михайлович не знает. Яков, давай. Паспорт. В кармане. Руки вверх. Ну, а ты что? Не понимаю, почему ты. Не понимаю, почему руки вверх. Нас сейчас будут грабить. Тогда не понимаю, почему полиция. Ваше благородие, это доктор. Доктор, я вам докладываю. Вот мой паспорт. Прошу вас, доктор. Маленько в сторонку. Прошу. Благодарю вас. Куда? Картуз взять, вот куда. Кто здесь? Яков Свердлов. По кличке товарищ Андрей. Ну, признавайся. Вот как? Сам себе. Дома разберемся. Забирай всех, курепчик. Говорили. Господа, 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 прошу вас. Вы осторожней там, пожалуйста. Спасибо, доктор. Разрешите проститься с вами и сказать, мы друг перед другом в долгу не останемся. Курепчик. От души желаю вам счастья. Главным судьей над врагами. И будем их тогда судить за все и за всех. Михалыч, давай чай пить, а? Хочешь, папкину чашку? О, какая громадная! Михалыч, а ты не обманешь? Ты где тогда жить-то будешь, когда я вырасту? Будем. Посоветуемся, как жить будем.
тюрьму. Они... Молчи! Кипяток пьешь. Ты не стесняйся. Теперь все здесь твое. Все хозяйство твое теперь. Михалыч, она тебя ошпарит кипятком. Анисья Никифоровна, голубушка, если у вас есть сердце, поймите сердцем, что... Уйди, твоих рук дело. Анисья Никифоровна... Не ты... кипятком шваркну! Мамка! Дура! Когда-нибудь вы поймете. Господи, боже мой. Что же я теперь должна делать? Что? Что я буду? Научи меня. Научи же меня, как жить. Яков Михайлович, дорогой, вот вы где. Я же вас всюду ищу. Дядь. Они-то дураки вас. Не заметили. Спасибо большое, что задержались. Ну, пойдемте, Яков Михайлович, пойдемте скорее. До свидания, Анисья Никифоровна. Государственный бюджет России за последние годы. Но ты подумай только, ты посмотри. Русский государственный долг в несколько раз превышает ежегодный доход государства. А долг весь был сделан исключительно на покрытие военных расходов. Вот. Золотая у тебя голова, Яков. Вместо того, чтобы гноить тебя в тюрьме, я бы на их месте предложил тебе портфель министра. Ну, тогда им пришлось бы с тобой поменяться местами. Анисия. Анисия. Леша. Михалыч. Жена все сидит. Эй, вы! Вставайте! Сюда идет начальник тюрьмы с прокурором. Прокурор новый будет претензии опрашивать. Это бы никаких претензий, ясно?
баню сводить, если будет починен котел. Прогулки давать ежедневно на 10 минут, когда будет свободен двор. Матрасы сделать, если будет солома. О больном подумаем. Все? Нет, не все, господин прокурор. О больном думать некогда. Его необходимо сейчас же немедленно везти в больницу. Не имеете права держать тяжело больного в камере. Книги отнимать не имеете права. Лишать нас прогулок не имеете права. Издеваться над нами не имеете права. Баню водить нас обязаны. Там сломан котел, его должны починить. А также не имеете права избивать арестованных, лишать нас свиданий с родными. Вы, очевидно, Свердлов, насколько я догадываюсь. Кто я, это совершенно не важно. Я сейчас говорю не от себя. Наши требования настолько же малы, насколько и законны. И вы обязаны их удовлетворить, иначе... Продолжайте, арестованный. Я хочу знать, чем нам грозит невыполнение требований. Пожалуйста. Иначе мы объявим голодовку, в которой примет участие вся тюрьма. Ответом на нее явятся протесты рабочих, забастовки, а может быть вооруженные выступления пролетариата. Так. Понятно. Баню не водить, прогулок не давать. Можете на меня жаловаться. Товарищи, у нас нет больше средств борьбы с произволом. У нас осталось одно единственное средство. Голодовка. Стараемся организовать голодовку так, чтобы к ней присоединилась вся тюрьма. Я попрошу коротко высказаться политических товарищей. Водинов, мне думать нечего. Я всегда за тобой. Как ты скажешь, так и будет. Трофимов. Михайлович. Миша, доктор. Там, где кончается борьба за товарищей, начинается предательство. Я с тобой, Яков. Мируанов. Ну что ты спрашиваешь, Яков? В этом ретираде мое помещение. Иди, иди, а то стукнул. Считай, что я не слыхал. То я так стукнул. Это зала мне не нравится. А это мое общество. Политическое. Ну, который тут у вас, товарищ Андрей, выходи. Я, товарищ Андрей, что вам надо? Говорят, ты герой. Пуговица. Если у вас есть дело ко мне какое-нибудь, то говорите, пожалуйста. Если нет, то мы сейчас здесь очень заняты.
Здорово, здорово. Надолго? А до года на два. За неудачное ограбление ювелирного магазина. Миша. Что, Яков? Миша, Ботинов провокатор. Спокойно, Миша. Но это необходимо еще проверить. Его кличка в охранке – Комар. Как же это проверить? Не знаю, подумай. Будь здоров, Комар. Действует Комар? Значит, все оружие, которое ты хранишь у начальника охранки, ты просто сдаешь начальнику охранки. Я... Молчи. Ты можешь больше ничего не говорить, ты себя выдал. Я не виноват. Меня заставили. Не виноват. Меня заставили. Не виноват. Меня заставили. Не виноват. Я не виноват. Очень страшно, Костя. Предательство. Каждый раз, когда я сталкиваюсь с этим в жизни, меня охватывает чувство боли такой острой, такой глубокой, что я ощущаю ее физически. Я не могу понять психологии предателя. Ты никогда не задумывался над этим, Костя? Ботинов. Что его толкнуло на это? И как ловко, как умело он обманывал нас. Ботинов. Час тому назад я, ты, мы все относились к нему как к лучшему товарищу. Он просто шел и продавал за грош. Нет, он продавал не только нас, маленькую группу людей. Он продавал больше. Продавал идею. Продавал революцию. Сухо, Алексей, вещами. Алексей. Михалыч. Миша. Передай, Малинин, начальнику и прокурору, что они свое дело сделали. Заодно передай и начальнику, и прокурору, что политические объявили голодовку. Память о тебе, товарищ Сухов. Мы воспитаем в себе волю к жизни, такую могучую, такую непобедимую, чтобы она преодолела все и вся. А теперь, товарищи, выдержка и спокойствие. Никаких больше разговоров, никаких споров, только лежать. А теперь я вам буду читать. У меня в голове целый клад замечательных стихов. Для начала я вам прочту из моего любимого поэта Гейне. Через лес широкой, зеленью одетый, всадник без оглядки
бешено несется. Громко в рог трубит он, громко распевает и с веселым взором весело смеется. Он закован в панцирь, крепкий, как железо, но железо крепче, дух его свободный. То Ричард, что в свете прозван львиным сердцем, рыцарь благородный, воин знаменитый. Здравствуй, восклицают все деревья, здравствуй, ты пришедший снова к своему народу. Рады мы душевно, что сумел ты ловко из темниц австрийских выйти на свободу. Представителей власти. Сами! Мы сами! Это что такое? Как это мы сами? Исполнительный комитет Советов рабочих и крестьянских депутатов поручил мне открыть учредительное собрание. Центральный исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов поручил мне также огласить здесь декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа. Россия объявляется республикой советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Вся власть в центре и на местах принадлежит этим советам. Советская Российская Республика учреждается на основе свободного союза свободных наций как федерация советских национальных республик. Частная собственность на землю отменяется. Все леса, недра и воды общегосударственного значения, а равно и весь живой и мертвый инвентарь объявляются национальным достоянием. Центральный исполнительный комитет выражает надежду, что учредительное собрание, поскольку оно выражает интересы народа, присоединится к этой декларации.
Это уж духи! Кончилась ваша власть! Они думают, что они на митинге, что перед ними уличная чернь! Товарищ начальник караула, вы мне как раз и нужны. Фракция большевиков покидает зал заседаний. Совсем покидает товарищ Железняк, понятно? Понятно, товарищ Свердлов. Ну, сейчас я их... Одну минуточку. Хорошо бы не сразу, и хорошо бы очень вежливо. Есть не сразу и очень вежливо, товарищ Свердлов. Зато навсегда. Не надо больше штыков и ружей! Да прекратится война! Не надо крови! Протянем руку! Караул устал. Я предлагаю закрыть заседание и разойтись по домам. Сейчас. Внесено предложение принять без прений обращение к союзникам, обращение к цивилизованному миру, закон о земле, закон о неприкосновенности членов учредительного собрания. Караул устал. Объявляю закрытым первое заседание учредительного собрания. Следующее собрание состоится в 5 часов дня. После дождичка в четверг. Открыть окна и двери, проветрить помещение. Мы не утописты, мы не мечтатели. В том смысле, чтобы обойтись без всякого управления, без всякого подчинения. Эти анархистские мечты, основанные на непонимании задач диктатуры пролетариата, в корне чужды марксизму. А на деле служат лишь оттягиванию социалистической революции до тех пор, пока люди станут иными. Так учит Ленин. Итак, товарищи юристы, эту 11 главу Конституции о советах депутатов можно считать отредактированной. Великолепно, переходим к следующей, 12 главе об организации советской власти на местах. Эта глава должна быть кончена не позже завтрашнего дня. Простите, я но завтра день не присутствует. Воскресенье. Ах ты, батюшки, забыл, а ведь Конституция нам очень нужна. Василий Григорьевич, давайте-ка условимся. Завтрашний день мы будем считать сразу понедельник. Зато в ближайшую субботу мы будем считать воскресеньем. И таким образом будем жить по-евангельски, как в Евангелии сказано. Не человек для субботы, а суббота для человека. Возразить нечего. Мне приходится. У меня, Яков Михайлович, сегодня работы на 2 недели. И насчет валенок, и насчет соли, и насчет учебников. И черт знает, что за народ. Со всякой мелочью в цикле. Ну это, брат, очень здорово, старый ты черт, не понимаешь? Да ведь мы же не железные. Что же это мы обязаны со всех мозгами ворочать, елки-моталки? На то и власть брали. Наша власть нам верит, к нам идут. Так, Яков Михайлович. Милый мой, хуже было бы, если бы не шли. Иди-ка, иди, зови. Да, я. В чем дело? Здесь. Ага. Ну, присылай, присылай. Эй, куда, куда? А мне, дяденька, к Якову Михайловичу пройти надо. К Свердлову. Их ты, племянничек какой объявился. А зачем это тебе, к Якову Михайловичу? Видишь ли, я издалеку приехал, из Сибири. Раньше я на военном заводе работал. Технику знаю, моторы. Я тебя, дурачок, не об этом спрашиваю. Я тебя спрашиваю, зачем к Якову Михайловичу явился? К Якову Михайловичу?
Секрет, понимаешь? Секрет. Я его знакомый. Че ты? Ошалел, что ли? Знакомый. Бери фар. Ну! Привет. Яков Михайлович, вы мне извините, что я прямо к вам. Садитесь, пожалуйста. Минуя все инстанции по начальству. Меня прислали товарищи из депо, станции Балагой. Хорошо, вы коммунист? Да, я в партии с прошлого года. Так. Если бы вы знали, какое безобразие творится у нас на железной дороге. Ведь полная неразбериха, а начальство внимания не обращает. А ведь тут мастерские, депо, паровозные бригады. Знаю, дорогой, все знаю, я вас где-то видел. Хочу вспомнить вашу фамилию. Погодите, не называйте, то не называйте, одну минуточку. Так, вот как раз вы мне и нужны по этому самому делу. Вы будете комиссаром. Не спорьте, пожалуйста, мы вводим комиссаров в Красную Армию. Железные дороги для нас не менее важный военный участок работы, и мы попробуем, начав с вас, этот институт комиссаров на железных дорогах привить. Попробуем, товарищ Измайлов. Как же вы запомнили мою фамилию? А я не забываю людей, которые выступают на собраниях с дельными, умными и практичными предложениями. Ах, это было в декабре 17-го года за Невской заставой на вагоноремонтном. Да ты мне фамилию свою назови! Фамилию, понимаешь? Секрет, понимаешь, секрет! Ну скажи, какой интерес? Я к Михайловичу пройду, так и секрета никакого не останется. Да какие тут могут быть секреты? Разворачивай, мешок, да и все. А ты не хватай, не своевольничай, тебе смотреть нечего. Он из деревни меня учить сюда приехал. Чей? Лапа. Нельзя, товарищ, нельзя. Куда? Пролетарский привет! Нервный. Ну вот, приехал в Москву за литературкой. Дай, думаю, зайду в ОВЦИК. Посмотрю, как вы живете, расскажу, как мы живем. Хорошо сделал? Я бы сказал, гениально сделали. Да, а то у нас скучно. Ни одной яркой, колоритной фигуры. Ну, слушаю вас. Ну, живем мы, что надо. Я председатель партии Ореховской волости. Справляетесь? Да мне хоть губернию дай, я справлюсь. У меня там, брат, все по звонку живу. Дисциплина, план, кому что надо, составлен. И терпят. Че это? Терпят. А как? У нас по всему Нижнему такой курс. А результат? Спроси у Миронова в губкоме. Ах, у Миронова? Да, вы меня так заинтересовали, что, кажется, придется приехать посмотреть, что вы там творите. В гости. Милости просим. Но власть на местах не рушьте. Так пропадете. Я ведь и в гостях председатель в ЦИКа. Аким, я за парня перед тобой ручаюсь. Пусть со мной Михайлович пройдет. А, ну да, пускай проходит. Погоди. Я ведь Михайлович тоже подарок привез. Хотя и не секретный. Ну, пойдем. Очень хорошо. Яков Михайлович, явился ваше распоряжение. Трофимов, Николай, я тебя направлю на Украину. Фу, да слава богу, Михайлович, гора с плеч. А что такое? Да я думал, ты меня крыть вызвал. За что? Говори. Говори, что ты там такое натворил. Ох, Михайлович, я в Нижнем... Миронов вцепился. Ух, крепко. Рассказывай. Да правду сказать, он себя там, ну, вроде князя владетельного чувствует. Никто ему не смеет ничего сказать. Распоряжается так, как будто это его республика. Ну, пришлось на областном комитете выступить. Ему, конечно, по партийной линии выговор впаяли. А ты же помнишь, как он всегда себя любимый был. Его теперь от одного моего имени в жар бросает. Даром, что друзьями считались. Чего так смотришь? Удивляюсь. Чему? Удивляюсь, какой ты оратор стал. Ну, какой же я оратор, Михайлович? Это все потому, что я все время помню твои слова. Какие слова?
нужна огромная энергия, так, чтобы найти свое место. А с тобой, Михалыч, у меня этой самой энергии еще на 10 человек хватит. Спасибо, друг. А почему же ты пришел и не поздоровался со мной? Товарищ как? А вот так. Здравствуй, Николай. Здравствуй, Михалыч. Так вы это, не обращайте на меня внимания. Я успею, когда вы кончите свои дела. Ну, к вашему сведению, я никогда не кончу. Ставь сундук, разворачивай. Трофимов, твой знакомый? И твой Михалыч. Погоди, не говори, кто. Ну, теперь заело и надолго. Дело честь твоей памяти. Нет. Голову на отсечение с этим парнем никогда не встречался. Ленька. Ленька, сука. Чашку сразу вспомнил. Это мать прислала чашку в подарок. Просила простить ее, просила кланяться тебе, Михалыч, и в гости просила приезжать. Да, это подарок. Николай, с маслом. Та самая чашка, из которой меня хотели обварить кипятком. Жива, значит, мама? Так и мать жива, и девчонки обе и живы. Как вытянулся, а? Да. Екатеринбург, Пермь. Тюрьма, смерть Сухова, Сибирь, ссылка, такое недавнее и такое далекое прошлое. Михалыч, а ты обещание свое помнишь? Два как? Три пистолета и пост главного начальника. Ну хорошо, едем со мной в нижний порядок наводить. Или вот, пожалуйста, с Трофимовым. В армию на Украину. Нет, с тобой, Михаил. Ну, быть по-твоему. Нижний так нижний. Куда, куда? А что такое? Не велено. Не велено? Товарищ Миронов приказал никого не пущать. Ну а как же нам быть, нас сюда пригласил сам председатель ЦИК, товарищ Свердлов? А я отпущаю, но вас в Москве приглашаю. А тут Миронов хозяин. Ах, вот. Михалыч, тут, кажись, можно пройти. Ну вот, а мы же к самому твоему хозяину и приехали в гости. Чего? Да-да-да. Товарищ, что же это такое получает? Хочу я знать. Приезжает наш товарищ в центр, и из него бьют веревки. И то не так, и это не так. Что ж теперь опять нас ездить хочут? Когда мы шли на фронт и голыми руками хватали дракона за горло, их не видно было. Нет. Всюду мы шли на фронт. Всюду мы проливали свою кровь. Когда с кем? Я же говорил с драконом, со старым режимом душа с него вон. Веры нет нижегородскому пролетариату. Черт знает, что за ерунда. Нам еще рот затыкают, а мы есть советская власть на местах. И хочем верим в центру, хочем не верим, но пойду. Очень рад. Я сейчас торжественно объявлю. Товарищи! Не надо. Веди деловое собрание. Твоя работа. Голос масс. Дай мне слово. Товарищи! Слово имеет председатель ЦИКа Яков Михайлович Свердлов. Подождите! Подождите, товарищи, хлопать! Может быть, то, что я скажу, вам совсем не понравится. Товарищи, местничеством надо кончать. Мы никому не позволим на местах своевольничать.
У нас есть конституция, есть законы, и извольте им подчиняться. Вот здесь кто-то выступал от нижегородских пролетариев. Я выступал от нижегородских. Сядьте. Пожалуйста. А куда? Ну и зря вы выступали. Никакой вы не нижегородец и не пролетарий. Как не нижегородец? Я нижегородцев знаю, к сожалению, здесь их мало вижу. А насчет пролетариев, насколько мне память не изменяет, вы сами каялись у меня в кабинете, что на съезде были среди левых эсеров. Вот и моряком вы тогда не были. Да на вашем жаргоне ни один уважающий себя моряк разговаривать не станет. Фальшивка! Не моряк вы, не нижегородец и не пролетарий. Так какого ж черта вы беретесь тут выступать от имени нашей партии? Товарищи, Владимир Ильич Ленин учит нас так. Все своеобразие, вся трудность переживаемого момента состоит в том, чтобы понять особенности перехода от главной задачи убеждения народа и военного подавления эксплуататоров к главной задаче управления государством. И это самая благородная задача. Ибо лишь после ее решения можно будет сказать, что Россия стала не только советской, но и социалистической, так мыслит Ленин. А ваш Губком во главе с Мироновым мыслит и давно уже не по-ленински. Вот почему вся политика управления в его руках является чуждой линии партии, чуждой советской конституции, чуждой советскому закону. А поэтому мы здесь будем ставить вопрос о снятии. О снятии Миронова и всего бюро Губкома. И я уверен, товарищи, что мои земляки-нижегородцы стоили лучшего родства, что они это руководство сумеют выделить из собственных своих рядов. А я здесь для того, чтобы помочь вам эту операцию проделать. И безболезненно, и быстро. Да здравствует товарищ Ленин! Я понимаю, что тебе сейчас очень тяжело. Яков слишком резко выступил сегодня. Яков Бурбон. Да-да, Бурбон. Смоту. Ведь он желает управлять. Возомнил себя государственным деятелем. Предположим, что Яков не прав. Но, Костя, милый, прав ли ты? Ты подумал? Оставь свои дурацкие вопросы, Зина. Нет. Теперь только в армию. В армии мы поговорим по-другому. Но тебя могут не пустить в армию. Пусть попробуют. Интересно. Интересно, кто же это наябничал на меня, Яку? Неужели Трофимов? А я дурак, сколько времени потратил, чтобы обтесать этого хама. Как не стыдно, Костя. При чем тут Трофимов? Трофимов преданный большевик. Преданный халуй. Я знаю. Он был у Яку перед отъездом в армию. Он, наверное, шпионит за нами. За нами? За кем это за нами? А ты не старайся понять все сразу, Зина. Когда придет время, я тебе сам все объясню. Хорошо, Костя. Ты требуешь от меня подчинения? Я подчиняюсь тебе. Я хочу верить тебе. Но мне кажется, за последнее время, что я как будто оглохла, ослепла. Мне кажется, что ты о многом умалчиваешь, Костя. Как еще глубоко сидит в тебе вот эта интеллигентская гниль? Вечное самокопание. Зина! Зина!
приговор. Руководствуясь революционной совестью комиссара Николая Трофимова, комиссара Литвиненко и политрука Дерзина, первого за подрыв авторитета военспецов и попытку покинуть свою часть под видом командировки в Москву, то есть за дезертирство, а второго и третьего... Второго и третьего за агитацию против штабного руководства и попытку укрыть дезертира, расстрелять. Приговор привести в исполнение немедленно. Разувай! Так. Давай сапоги, говорят. Ну! Теперь я тебя до конца всего понял. Значит, предатель революции ты. Ну что ж, Миронов, твоя пуля меня не обманет. Одно мне до горла больно, не узнает про тебя правду Михалыч. Ты, дело Зинаиды Васильевны, что он ничего не знает. И вы, пожалуйста, ему про Трофимова ничего не говорите. Он же любил его, уважал. Знаете, какой человек был Трофимов? А поправится Яков Михайлович, он сам про все и узнает. А сейчас ему об этом говорить нельзя, ни-ни-ни. У него сегодня температура на градуснике 40 была. Хорошо, Ленин. Комендатура? Комендатура? Доктор Лейбсон не приходил еще? Лейбсон, оставьте ему, пожалуйста, пропуск Якову Михайловичу, когда придет. Вот-вот, спасибо. Ну, я пойду. Нет, Зинушка, я тебя никуда не пущу. Мне совсем не трудно разговаривать. Ты мне все сейчас о себе расскажешь, мы ведь так долго не видались. Ну, что же я могу рассказать тебе, Яков? С Мироновым я разошлась. Ты понимаешь, Яков, последнее время мы с ним жили совершенно как чужие. У него была своя жизнь, у меня своя. Раньше нас связывала работа, партия. А теперь... Теперь у меня такое чувство, как будто мы с ним даже не в одной партии. У него появились новые друзья. Они закрываются у него в комнате, шушукаются, совещаются. При мне молчат. Ну и, наконец, эта история с Трофимовым. Чего? Чего, Зинушка, все пройдет. А Трофимов действительно раньше нас всех раскусил у Миронова. Замечательный Николай человек. Замечательный. Зинушка, ты помнишь Нижний Новгород?
И Николай, этот озорной, полуграмотный парень, как он на наших глазах с тобой вырос, в замечательного большевика, настоящего ленинца. Недаром Миронов, и же с ним так его ненавидит. Сейчас же, как только кончится съезд, я его вызываю с Украины. У меня приготовлено для него очень интересное, очень ответственное дело. Вот что, Михалыч, тебе в кровать надо. Ой, Ленька, уйди, пожалуйста, сделай милость, уйди. Тут я делать три дела сразу. И тебя ругать, и с дедушкой разговаривать, и съездом заниматься. Миша, доктор мой золотой, Мишенька. Миша, Яков, Миша, Миша. Тише, я сначала к тебе как к больному. К больному. Мишенька, Мишенька, ты свинья. Быть в городе не явиться. Фу, мой дорогой, мой сердечный, скромный друг. Яков, моментально в постель. Нет. Ну, Яков, ты хочешь мне испортить всю радость встречи с тобой? Миша. Мишенька, я даю тебе слово. Буду делать все, что ты мне прикажешь. Но пойми, пойми, пожалуйста, я не могу не быть на съезде партии. Съезд через два дня. Дорогой, ты очень болен. Тебе нужен полный покой. Да, у тебя очень высокая температура. Да, 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 я очень много болтаю. Я сейчас замолчу. Сейчас, Мишенька, замолчу. Вспомнил. Вспомнил, Михаил. Вот что. Мы сейчас организуем всерьез, очень всерьез, потому что в длительность передышки военной, которую мы получили от врага, мы плохо верим. Мы организуем оборону Отечества, вот как это звучит. Я тебя направлю на организацию всего санитарного дела в новой Красной Армии. Я знаю, Мишенька, я знаю. Знаю, что ты не умеешь. Вот я тоже не умею быть председателем в ЦИК, это между нами. Я никому этого не говорю. И ты тоже никому не говори, что не умеешь, надо уметь, и все. Яков, дорогой, дня через два мы поговорим, нет, обсудим. Нет, плохой бы я был председатель ЦИК, если бы я все дела откладывал на два дня. Яков. Я не могу без телефона. Яков Михайлович, доктора надо слушать и телефон немедленно убрать. Даюсь. Лежать спокойно. Владимир Ильич, не надо так близко вы заразить. Не пустите, Яков Михайлович, доктор хочет вас выслушать. Доктор Владимир Ильич, мой самый хороший друг. Этот доктор может душу свою отдать за друга. Владимир Ильич, дайте вашу руку. Владимир Ильич, Владимир Ильич, здесь резолюции. Все материалы к съезду. Лёнька, как же это ты, ёлки-моталки, не уберёг, значит? Понимаешь, что дядя Аким, он еще в Харькове после съезда усталый был. Ну? А тут, понимаешь, на каждой станции народ требовал Якова Михайловича. Он на каждой станции выходил и речь говорил. Так, а ты чего глядел? Ты чего глядел? Так, чего глядел? А в Орел приехали, там опять митинг в мастерские. Он речь сказал. Но речь, дядя Аким, речь сказал замечательно. Так народ прямо, знаешь, на руках его в вагон внес. Ну, а там жарко было. Он спотел, а на улицу вышел, он куртку расстегнул. Ну, тут, видать, его и прохватило. А ты где был? Погоди, а ты где был? Так, я говорил, я говорю, Михалыч, иди в вагон. Так разве он послушает, ты же знаешь.
вагон вошел и жар почувствовал. Как, доктор? Все зависит от сердца. Ему осталось жить несколько часов. Предлагаю почтить память Якова Михайловича Свердлова вставанием. Кто работал изо дня в день с товарищем Свердловым, тем особенно ясно, что его исключительный организаторский талант обеспечивал нам то, чем мы гордились с полным правом. Он обеспечивал возможность нужной, целесообразной, организованной работы, которая была бы достойна организованных пролетарских масс. Той работы, без которой не могло бы быть успеха, и которая полностью соответствовала потребностям пролетарской революции. Память о товарище Якове Михайловиче Свердлове будет служить не только символом преданности революционера своему делу, не только образцом сочетания практической трезвости и практической умелости, полной связи с массами, с умением их направлять, но будет служить и залогом того, что все более и более широкие массы пролетариата пойдут все вперед и вперед к победе коммунистической революции.